Профилактику терроризма и проблему межнациональных отношений обсудили на круглом столе, прошедшем 3 сентября в областном центре. Мероприятие проходило в формате онлайн. Организаторами выступили Тверской государственный университет и региональное отделение Всероссийского фонда мира. Межведомственный круглый стол прошел уже в 5-й раз. Его участниками стали представители правоохранительных органов, областного правительства, национальных диаспор, регионального отделения Фонда мира, а также студенты и преподаватели. Ведь организатором вновь выступил Тверской госуниверситет. В этом году общение проходило в формате онлайн. Начали с разговора о трагедии в Беслане. В первые дни сентября Россия традиционно вспоминает жертв того теракта, устроенного в 2004 году. Произошла трагедия, в которой погибло более 300 человек, и большинство были женщины и дети. Самому маленькому было 6 месяцев. Важно сделать все, чтобы подобные трагедии больше не случались на территории нашей страны. Здесь большую роль играет работа с молодежью. Ведь не секрет, что, используя интернет, террористы пытаются вербовать представителей подрастающего поколения, пропагандируют свои идеи ненависти и нетерпимости. Наша обязанность поставить надежный заслон, особенно в неокрепшем молодежном сознании, для того, чтобы вражеская идеология не могла их потревожить. Огромную роль играет также укрепление межнациональных отношений, пропаганда терпимости и уважения традиций того региона, в котором ты проживаешь. Это позволит выбить почву из-под ног террористов, которые не смогут получить поддержку у своих земляков и единоверцев.